Ну, послушайте, я прекрасно понимаю, что не отвечаю критериям вашей боевой подруги. Но я не могу писать стоя, не могу есть сырое мясо и не могу открывать бутылки зубами. Зачем обязательно зубами? И мир я не пытаюсь спасти в пятый раз или в шестой. Кстати, сколько у вас там медалей за спасение мира? Ну так вот и я не мечтала о такой прогулке в компании подержанного солдафона с комплексами Супермена и одной извилиной. Это нормально. Вот скажите, Кирилл, вы когда-нибудь в такси ездили? Бывало. Ну так вот, вы водитель, а я пассажир. И вы всего лишь доставляете меня до места. Остановите, я писать хочу. Пристегнуться забыли. Африкандо. Африкандо. Африкандо.